Всем привет, друзья! Это ваша любимая программа об испанском футболе. Это «Большая Сегунда». Павел Разживет. Лионель Абба. Мы рассказываем вам о всех самых интересных событиях, которые происходят во втором по значимости чемпионате Испании. Паш, 6 туров уже позади, и на самом деле много интересного происходит, и команды набирают обороты. Да, ну, пойдем по порядку, начнем с верхней части турнирной таблицы. Здесь отмечаем по-прежнему уверенную форму от Сарагосы, даже несмотря на то, что в туре под номером 6 они впервые, скажем так, потеряли очки, сыграв ничью против футбольного клуба «Расинг» 1-1. А там же неподалеку у нас «Эспаньол» веселый от Луиса Гарсии, но про них мы еще обязательно поговорим. Также отметим, что оступаются дуплетом и Тенерифе, и Леганес. Ну и потихонечку, да, происходит, скажем так, интересная история. Тот же самый Валидолид, да, тот же самый Эльче потихонечку начинают приходить в себя. Понятное дело, пока что не самая, скажем так, очевидная игра, да, очевидный футбол, но победы с минимальным счетом дают возможность чуть-чуть приподняться. В турнирной таблице, наверное, больше всего сейчас меня удивляет положение Картахены. Во второй части турнирной таблицы, в зоне вылета, команда на последней строчке. И это достаточно грустно, с учетом того, что было в прошлом сезоне. Спортинг Хихон обыграл Тенерифе и замыкает шестерку. А Мирандес, который нас, естественно, интересует, потому что там играет Никита Иосифов, находится на 14-м месте, имеет всего лишь 7 очков и только одна победа в последних 5 матчах. Да, и после 6 туров есть у нас две команды, которые еще не одержали побед. Это Уэска и это Реал Овьедо. Тоже по Овьедо, я думаю, это небольшой сюрприз. И там Альвар Сервер, я думаю, уже немножко нервничает, потому что должны быть результаты. Должны быть результаты однозначно. Состав неплохой, но их нет. Очень много таких плотных баталий между командами, но без результатов. Если говорить про Уэску, то там тоже достаточно опытный специалист Куко Сиганда. И для него это, в принципе, самый худший старт именно среди команд, с которыми он работал во втором дивизионе. Да, были проблемы у него в свое время в премьере, но так, чтобы в Сегунде так тяжело начать, такого не было. Да, всего лишь 2 поражения, 4 ничьих, но, повторюсь, без побед, так что тут тоже Уэска, скажем так, простаивается. Давай поговорим об Эйборе. Мы помним, что в прошлом сезоне этот клуб был близок к тому, чтобы оказаться в премьере. В последнем туре сумела команда одержать победу и прервать серию из 3 поражений подряд. Был обыгран Ферроль со счетом 2-0. Да, поздравляем болельщиков Эйбора с таким достижением. Наконец-таки неприятная серия подошла к концу. Эчеберия может чуть-чуть спокойно сейчас себя чувствовать. И сам он говорил после победы, что это своего рода такая поворотная точка, поворотный момент для Эйбора, потому что, в принципе, все упирается в реализацию у Эйбора в последнее время, и что прошлый сезон, смазанная концовка, что позапрошлый, всегда в шаге от плей-офф, от путевки, к примеру, но вместе с тем мимо. И сейчас также позитивный момент — это то, что Стойчков, лидер команды в атаке последних лет, наконец-таки забивает на старте сезона его первый гол, мы тоже его поздравляем. Ну и посмотрим как раз вот следующие 2 матча. Не то чтобы они важны, да, но мы знаем, что из себя представляет Сегунда. Это на самом деле такой круговорот событий и эмоций, где все что угодно может произойти. А вот Эйбору главное — это стабильность. Если удастся это достичь с Эчеберри, то дальше будет лучше. Как мы уже говорили, Эйбор в прошлом сезоне был близок к тому, чтобы оказаться в премьере. Вышла команда в плей-офф, но там уступила Алавесу в первом раунде. И в этом сезоне пока дела идут не лучшим образом. Артем Прожога, глава официального фан-клуба Эйбора в России, рассказал о том, почему все же дела идут не так хорошо у Эйбора в этом сезоне. Эйбор не узнать. Нет ни особенного стиля, как при Менделибере, ни спортивных результатов, как при Гаритано. Да и прежней прозрачности, которая когда-то многих покорила, тоже не наблюдается. Когда Эйбор годами твердил нам о том, что возможен другой футбол, мы явно не такое представляли, правда? Да, в последнем туре команда победила, но в целом проект ожиданий не оправдывает. Сейчас у Эйбора всего 6 баллов после 6 туров. Он около зоны вылета. Новый главный тренер Хосеба Эчеберрия сейчас скорее очки не бери, уж простите. Но я все равно в него верю. Во-первых, потому что я видел его классный Мирандес и сам загадывал приход Хосебы после Гаритана. А во-вторых, мне всегда нравилось, что в Эйборе тренерам дают время. Однажды президентка клуба Амайя Гарастиса на вопрос о возможном увольнении Менделибера ответила следующее. Если ваш любимый человек начнет тонуть, вы протянете ему руку или станете топить? Именно в трудные времена поддержка нужнее всего.
Вот поэтому я за Эчеберию, несмотря на неудачи, и надеюсь, что Амайя продолжит следовать принципу. Ну и кроме того, неудачи эти связаны не с ужасной игрой, а с плохой реализацией. Во всех проигранных матчах Эйбер значительно чаще владел мячом и больше бил. В матче с Лиганесом статистика ну просто абсурдна, смотрите сами. Но с прицелом беда. И это не Эчеберия машет из выгодных позиций, не он ошибается в обороне. Оборона, кстати, вообще отдельный разговор. Опять мы сталкиваемся с кадровыми проблемами. Они вскрылись в воскресном матче. Берокаль был дисквалифицирован за удаление в матче с Бургасом, Винансио травмирован. В итоге 36-летний Арбилий остается единственным здоровым ЦЗ. Ну почему, если мы через это уже проходили? Мог бы выручить Чема, но его отправили в аренду в Алькаркон. Симича подписали, можно сказать, подобрали. Только на прошлой неделе, он, насколько я помню, с февраля выходил на поле только раз, и то ненадолго, и пока не готов. К нападению тоже есть вопросики. А на ком ответственность за комплектацию команды? На руководстве. Вот и зазвучали претензии все к той же Гарастиси и спортивному директору Сесару Паласиусу. Именно к их отставке, призывая часть фанатов, уже появляются посты с хэштегом «Директива Демиссион». Это же скандируют болельщики с трибун. Вырисовывается серьезное противостояние, причем не только с клубом, но и с прессой. Недавно клубный обозреватель Марки выпустил материал под названием «Паласиус не виноват в закрытии трансферного окна», где он объясняет, что в клубе летом трудились в поте лица, а всякие диванные критики, не знающие деталей, жестоко и несправедливо обходятся с бедным спортгиром, которому приходилось выкручиваться в условиях ограниченных финансов. Какая реакция последовала от болельщиков? Спрашивают журналиста, сколько ему заплатил Эйбер. В общем, диалога пока не получается и не предвидится. И это печально. Остается надеяться, что Эйбер просто решил пойти по перевернутому сценарию. Я напомню, что в двух предыдущих сезонах при Гаритано, где он набрал 151 очко, но так и не вернулся в Примеру, он долго лидировал, но потом проваливал концовку чемпионата. Так может, просто теперь будет наоборот? Несмотря на то, что ситуация не самая лучшая сейчас у Эйбера, к нему присоединяются люди. Есть Инкасми, например, 22-летний нападающий, достаточно серьезный человек, на право свободного агента. Да, пришел из Лиганеса, это его было последнее место работы. В принципе, опыта сумасшедшего у него нет по выступлению в Примере, но вот в Сегунде он периодически играл. Да, наверное, не сумасшедшего именно порядка футболист с точки зрения результативности, но с учетом тех проблем, которые сейчас есть кадровые у Эйбера, неплохая подмена. Неплохая подмена, может выйти. Я думаю, если сейчас наберет форму, вполне в какой-то момент может и вовсе Эчеберия прийти к ротации, и Касми однозначно свой шанс получит. Поэтому, в принципе, хороший такой добротный вариант в линию атаки. Но есть еще одно приобретение, немного скандально. Это защитник Стефан Симич. 28-летний, пришел он из Хайдука хорватского, ну и будет пытаться зарекомендовать себя в новом клубе. Да, и это еще одно хорошее точечное усиление в линию обороны. Центральный защитник, я думаю, не помешает Симич, потому что все те же кадровые проблемы. Арбилья не может играть от звонка до звонка на протяжении всего сезона. И, в принципе, Симич, ну вот в Хайдуке он играл, особенно если вспоминать последний сезон, там в квалификации к Еврокубкам, на старте сезона был основным, но потом присел на скамейку запасных. Возможно, там какие-то были недоговорки с руководством клуба. Ну, теперь вот Симич у нас в Эйбере. И в свое время Симич, еще будучи совсем молодым, переходил за сумму в 10 миллионов евро в Милан. Но, к сожалению, в Милане у него не задалось, всего лишь одна игра за ним числится официально. Он сыграл давным-давно, еще когда Гатуза тренировал миланский клуб в рамках Лиги Европы. На этом, в принципе, его карьера в Милане закончилась. Но были аренды также по итальянским клубам, ну вот сейчас Эйбер, так что посмотрим, что из себя представляет этот футболист. Ну и почему этот переход скандальный-то? Один из болельщиков Эйбера раскопал в социальных сетях какие-то репосты гомофобного характера у этого защитника. И болельщики недовольны тем, что клуб все-таки его приобрел. И даже написали петицию, там 4 фан-группировки, о том, чтобы этот трансфер отменили.
Поэтому будем следить за ситуацией. Следующий клуб, о котором мы сегодня будем говорить, это «Эспаньол». Мы помним все прекрасно, что каталонский клуб оказался в Сегунде по итогам прошлого сезона. Вылетели из Ла Лиги, но сейчас вполне себе уверенно смотрится команда Луиса Гарсии. Да, и сейчас «Эспаньол» — это самая развеселая команда. 14 забитых мячей, больше всех в Сегунде. Здесь, наверное, стоит отметить, что Луис Гарсия приложил свою руку. Луис Гарсия, которого оставили на посту главного тренера. Хотя в прошлом сезоне, да, он приходил как помощник, да, чтобы помочь команде хоть зацепиться. За примеру этого не случилось. Концовка, кстати, была, как по мне, неплохая. Просто не хватило самой по себе дистанции. «Эспаньол», я думаю, еще был бы условный тур 1-2. «Эспаньол» бы мог бы всю эту ситуацию перевернуть в свою пользу. Луис Гарсия в свое время играл за «Эспаньол». И, наверное, это его было самое яркое время в качестве футболиста с «Эспаньолом». Он доходил до финала Кубка УЕФА, брал Кубок Испании и играл в атаке. Может быть, тоже поэтому «Эспаньол» играет в такой, скажем так, безбашенный футбол. И по последним результатам, мы только в предыдущей передаче, помнишь, говорили про то, как они саморебеты закомбэчили, да, и сделали счет 3-3. После они вообще уничтожили на выезде «Леванты» со счетом 4-1. А мы знаем, что «Леванты», в принципе, команда, которая дома играет очень аккуратно и мало пропускает. И вот в последнем туре тоже была веселуха. Сыграли с «Эльденсе» 3-3. И также закомбэчили. Сначала был счет по ходу матча 0-2, потом 1-3. Но вот «Эспаньол» — это не важно. «Эспаньол» бежит вперед, «Эспаньол» забивает. И «Эспаньол», наверное, вот с точки зрения атакующей игры, этим и привлекает внимание обычного болельщика. Ну и последний мяч с «Эльденсе» был забит на 12 или 14 добавленной минуте. Просто каких чудеса. Хави Пуада с пенальти оформляет дубль во втором матче подряд, кстати, Хави Пуада. И вообще, на самом деле, вот по составу у «Эспаньола» едва ли не самая сильная команда в «Сегунде», потому что там огромное количество очень классных людей. Мартин Брейтвейт, например, тот же самый Хави Пуада, о котором мы уже упомянули, да, Ника Меламед, который в матче как раз-таки с «Леванте» также дублем отметился. Да, и Перри Милли, который пришел. Еще не забываем, что есть Кейта Бальде, которого мы уже анонсировали, но который потихонечку только форму набирает. Да, и это круто. Круто еще вместе с тем, что «Эспаньол» летом расстался с лидерами, которые были в «Премьере» с командой, да, Серджи Дардер уехал в Мальорку, Хаселу отдали в мадридский Реал, также команду покинул Сесар Монтес, центральный защитник, которого продали в Альмерию за хорошие 14 миллионов евро, это стала самая дорогая покупка в истории Альмерии в принципе, то есть, казалось бы, да, лидеров раздают, вместе с этим зарабатывают деньги, которые нужны команде, с учетом того, что они оказались на дивизион ниже, но это не помеха. «Эспаньол» играет, есть воспитанники, и футбол действительно красочный. Несмотря на то, что состав и так не слабый у «Эспаньола», он продолжает усиливаться. Альваро Агуадо присоединяется к клубу на правах свободного агента. Да, вот как раз в прошлом выпуске мы говорили, что Агуадо и Месса, в прошлом футболисты Валидолида, сейчас на правах свободного агента, числятся на рынке. И буквально за эти две недели один и другой нашли себе команду. Месса теперь играет за Хихонский «Спортинг» и уже успел сыграть первые минуты. И вот Альваро Агуадо перешел в «Эспаньол». В центр полузащиты отличный вариант, потому что, повторюсь, в сезоне прошлом, пускай Валидолид и вылетел, и в свой первый сезон в «Премьере» Агуадо играл, играл основного, забивал, есть голевые передачи, да, там скромные показатели, но они есть. С учетом того, что, в принципе, Валидолид сам по себе не так сильно отличался с точки зрения результативности. Ну и мы только «Эспаньол» поздравляем. Свободного агента найти такого хорошего, достаточно качественного футболиста, молодого, уже с опытом игры в «Премьере», это сумасшедший вариант. Ну, некоторые болельщики сравнивают его уже с Дардером, но сам Агуадо сказал, нет, я не Серхи Дардер, я Агуадо. Ну, Агуадо. Если Агуадо, посмотрим, как он поможет своей команде. Друзья, мы обещали вам рассказывать о новых клубах, которые в этом сезоне выступают в «Сегунде». Ну и, соответственно, сегодня мы говорим об «Амарибьете», клубе, который пришел из «Примера Федерасьон». Причем вышли они напрямую, набрав 69 очков, кстати, вместе с «Эльденсе». Но по сумме личных встреч непосредственно «Амарибьета» вышла, собственно, в «Сегунду». В позапрошлом сезоне «Амарибьета» вылетала из этой самой «Сегунды». Ну и сейчас неплохо себя демонстрирует, находясь в середине турнирной таблицы. Да, и здесь отмечаем главного тренера «Амарибьеты». Это Арец Мухика. Человек, который играл за «Амарибьету», завершил карьеру футболиста профессионального и затем остался в структуре клуба.
занял должность ассистента. И вот как раз-таки в сезон, когда команда вылетала, он был помощником главного тренера, которого выгнали. И в концовке сезона уже Арец Мухико возглавлял команду. И совсем чуть-чуть не хватило, чтобы спастись. Всего лишь в 2 очках располагался неподалеку футбольный клуб «Малага». И, к сожалению, да, Моребета покинула Сегунду, Мухико остался в команде, и здесь руководство сделало, мне кажется, правильную ставку на этого специалиста, потому что за один сезон в кратчайшие сроки Моребета возвращается, играет тоже неплохой футбол, да, по именам то же самое, что с Фиролем, что с Эльденце. Плюс-минус имена ни для кого неизвестны. Но футболисты добротные, в Сегунде таких достаточно. И вот они делают тот самый привлекательный футбол, который Моребета и ставит. Если говорить о персоналях, да, в этом составе Моребета, то тут, пожалуй, самый яркий персонаж – это Райан Эдвардс, австралийский нападающий. Вот в последнем туре, в матче против Мирандеса, он забил своих первых 2 гола за Моребету, потому что он присоединился к клубу только лишь полгода назад. Да, и забил он эти 2 мяча за 2 минуты. Наверное, поэтому он сейчас на данный момент самый яркий у нас футболист из Моребеты. Очень даже интересный персонаж, с учетом того, что Эдвардс родился в Сингапуре. Сам он выступал в свое время за всевозможные молодежные сборные Австралии, до основной не дошел. И, в принципе, карьера у Эдвардса достаточно веселая. Он и в Англии побывал, играл в чемпионшипе за Рединг, он играл в Шотландии, потом был опыт игры и вовсе в корейской суперлиге. И вот как раз-таки с марта этого года он является частью Моребеты. И вот забил он первые 2 мяча. В принципе, у него 10-ка на спине, так что это тоже о чем-то говорит. Ну и, в принципе, да, австралийцев в Европе на высоком уровне не так много играло. Да, есть легендарные люди, такие как Кьюэлл, Видука и все в этом духе, но вот, может быть, Эдвардс — это что-то новое. Посмотрим, может быть, он в Моребете после этих 2 мячей воспрянет духом и станет настоящим лидером. Самый успешный футболист в истории Моребеты, пожалуй, на данный момент — это Хавьер Эчейта. Он в свое время выступал за Моребету и за футбольный клуб «Атлетик». Оба клуба из страны басков, между ними есть тесные связи. Вместе с Альвами в 2015 году он сумел добиться победы в Суперкубке Испании и даже выступал он за основную сборную Испании в отборочных матчах к Евро 2016 года. Ну, и чей это крутой персонаж, и также я бы отметил, что как раз-таки есть же связь между клубами, и в последнее время Атлетик Бильбао не стесняется отдавать определенных футболистов своего клуба в Моребету. И с последним отмечаем, во-первых, Горка Гурусета, который в свое время играл за Моребету, и как раз-таки он был частью клуба, когда он вылетал. А Моребета, конечно, была не самая яркая, наверное, в то время команды, но вот Гурусета забивал и забивал неплохо, а сейчас Горка и вовсе является основным нападающим в Бильбао. Также из последних футболистов, да, сейчас, которые числятся в Моребете, это Эрассо, это Марсильо. Тоже ребята опытные, знают, каково это играть в премьере, и они являются частью Моребета. Так что это тоже хорошие варианты для команды в этом сезоне. Ну и опять же, если говорить о связи между Моребетой и Атлетиком, Моребета свои домашние матчи в Сегунде проводит на базе Атлетика в Лесаме. Дело в том, что стадион Моребеты Кампо Муниципаль де Уриче не допущен лигой до проведения матчей, соответственно, на этом стадионе. Поэтому вот такая вот команда из страны басков радует нас своим футболом в нынешнем сезоне Сегунды. Еще из интересных событий в Сегунде, в 5-м туре был просто невероятный матч между Мирандесом и Андоррой, в котором был забит гол с центра поля. И забегая вперед, скажу, что это был лучший мяч 5-го тура. Алан Гадой с центра поля просто чудо очередное сотворил. Да, и Мирандес, в принципе, эта команда веселая. Еще прошлый сезон был тому показатель. И в концовке все того же прошлого сезона Мирандес также отличался с центра поля. Так что это уже своего рода традиция дома на домашнем стадионе радовать болельщиков такими интересными вариантами. Ну и там победный гол футболист Мирандеса Карлос Мартен забил 5-кой в самой концовке. В итоге 4-3. Победа Мирандеса. Мы говорили о том, что в 6-м туре Сарагоса впервые в этом сезоне потеряла очки, но вот опять же за тур до этого сумела она обыграть Картахену, и там 3-й мяч забил Мальехо, и достаточно интересно его отпраздновал. Да, здесь, скажем так, речь идет о его кахонес, потому что забив мяч уже в компенсированное время в
этой встречи он, скажем так, за них схватился. И здесь можно проводить параллели с Диего Симеоне, потому что Мальеху, он принадлежит Атлетико Мадрид. Я думаю, он в свое время, видимо, воспринял это как нормально, что вот мой тренер так может, я давайте тоже так повторю. И после этого произошло, мягко говоря, скандал. То есть сразу же начали про это говорить в испанском СМИ. Сам же Мальехо максимально быстро извинился за это. В принципе, никакой провокации не было, не было какого-то акцентированного, да, проявления агрессии кому-то из футболистов или тренерского штаба Картахена. Вот так вот на эмоциях он просто отпраздновал этот гол. И просто Федерация футбола очень серьезно восприняла эту ситуацию. Они хотят наказать футболиста. Сам же Франно Скриба, главный тренер команды, говорит, что в этом ничего плохого нет. Мы, в принципе, видели, что в последнее время в мире это такая нормальная история. Диего Симеоне, мы помним, как Мартинес, голкипер сборной Аргентины, нечто подобное вытворял. Да и у нас в РПЛ тоже в свое время такая история была. Так что, не знаю, посмотрим, что будет. Но самое главное, то, что болельщики, да, Сарагосы поддержали своего игрока. И как раз-таки перед матчем против Расинга был как раз-таки определенный баннер с поддержкой Мальехо. И они скандировали в честь него определенные кричалки, чтобы он не расстраивался по этому поводу. 9 сентября было главное событие в Астурии – дерби Овьедо против Хихонского Спортинга. Вывеска потрясающая, атмосфера потрясающая. И главным в этом матче было то, что окружало этот матч. Да, постарались болельщики в первую очередь, которые забросали камнями автобус Хихонского Спортинга, который приехал в гости. Ну и на самом деле это все. То есть да, была эмоция, были страсти между болельщиками, а вот на футбольном поле катастрофа. Всего лишь один удар в створ исполнили две команды за весь матч. Да, мы говорили, что Овьедо сейчас на дне, да, и испытывает проблемы с тем, чтобы играть, в принципе, в добротный футбол. Хихонский Спортинг в этом плане чуть получше, но, наверное, фактор того, что команда играла на выезде, сказал свое дело. Но это, конечно, да, это, конечно, печально, учитывая, что это дерби, это эмоции, но футбола нет. Не смогли порадовать Санти Касорло, который пришел тоже посмотреть и все никак не дебютирует за Овьедо. Да, Санти Касорло пока что еще вне обоймы, набирает форму. В матче с Андоррой он тоже на поле не появился, так что ждем. Ждем Санти, может быть, с появлением ветерана дела у Овьедо поменяются. Друзья, очередной тур Сегунды уже не за горами. И, естественно, самые интересные матчи мы показываем в нашем сервисе ОККО. Вы можете приобрести непосредственно подписки для того, чтобы смотреть интересные матчи Сегунды. И 23 сентября в 17:15 Леванте сыграет с Эльденсе. Обязательно смотрите эту встречу в прямом эфире. А 25 сентября в понедельник еще одна встреча. Тенерифе дома играет против Эспаньола. Этот матч состоится в 22:00 по московскому времени. Ну а это был очередной выпуск программы «Большая Сегунда». Ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно пишите в комментариях, чем вам запомнились последние недели в Сегунде. Павел Разживин. Лионель Абба. До новых встреч!